Perché? Perché? H-M-U-I. Это 8,5, значит будет 5,3, да? Все? Все. Да, можно идти. Спасибо. На здоровье. Выходим 97. Честно говоря, мой отпуск сложился просто замечательно. Нам предоставили достаточно времени, чтобы отдохнуть и съездить домой. Поэтому все рождественские и новогодние праздники я с удовольствием провел с семьей. За время отпуска я успел побывать не только в Испании, а также здорово провел неделю в Абу-Даби. День рождения отмечали и низко. Нормально сейчас. Сейчас, да. Надеюсь, что нормально. Отдыхать не работает, все прошло прекрасно. Вот, после долгого периода восстановления, многих тренировок, вот, хорошо отдохнул, теперь готов к работе, поэтому все супер. Денира Белидин к ним расписался. Сейчас попросим, если кто-нибудь распишется вместо Венера. Да. Ахмед. Вот за все сразу. Я очень надеюсь, что вторую часть чемпионата мы начнем точно так же, как закончили первую. Мы смогли улучшить нашу игру и, соответственно, заработали много очков перед уходом на перерыв. Я уверен, это тот путь, по которому нам надо продолжать идти во второй части чемпионата. Продолжать усердно работать над собой, чтобы достичь успеха по итогам сезона. 37 лет лучше всех бегает по полю. Лучше всех. Вставай, пожалуйста, вот сюда. Руки опусти, пожалуйста. На мой взгляд, «Спартак» провел хороший первый отрезок чемпионата и уже создал себе неплохой задел. Соперникам будет очень непросто догнать их. Для нас же, объективно, куда важнее будет борьба за зону Еврокубков, в которые мы очень хотим попасть на следующий сезон. Смотрите, сейчас отрыв от пятого места всего лишь 5 очков. И за 13 туров до конца, поверьте, все может измениться. Будет зависеть от того, как пройдут сборы, как будет вести себя колено. Вот, пока что-то сложно сказать, поэтому все впереди, но я надеюсь на лучшее. И, конечно, планирую еще принести пользу команде. Такой грустный, из-за того, что так рано, не улыбаешься. Нет, нет, нормально. Хорошо, давай играем. Мы на тебя очень надеемся. Понятно? Good video. Like.